Найдите билеты на самолет. Вообще не хранишь. Я могу найти билет на самолет. Я поняла. Но я тоже не буду. Чего вы говорите, что вы билет? Я поняла. Как ее обратно сделать? Что? А, я просто здесь просинул, да? А, мне надо найти ключ, да, двери Ну, вот какие-то. еще же есть. Да? Нет. Почему какой-то? Какой-то этот. Ну это сервис. Я понимаю. Господи. Понятно. Куда? Он на агентство. Уважаемый Гайдаран Паут. Что принесет? Ну что, прочитала? Я не дочитала. Нет. Письмо. И еще какое-то письмо. Его можно, типа, взять и положить в другое место, нет? Это что такое? Смысл?
Тебе просто найти билет, Алена. Эти сказали. Ну, они же наверняка где-то спрятаны. Зачем он прятать в своем доме? Давай. Да не работает. Зажать, Алена. Look how clever our little girl is. I'm not sure exactly what's going on here, but she can already draw better than I can. She takes after her daddy. Дополнительная цель. Ищите и смотрите вещи, чтобы открывать новые воспоминания, запрямить одну старость, не значит. Вот назади сюда. Смотри, на своем телефоне она просит снять билеты. Не можешь пройти регистрацию на рейс, обыщите дома эти билеты. А почему, блядь, нельзя сказать, где эти билеты находятся? Не знаю. Если я же не подставишь, да? Почему тебе сразу, что буду помочь? Говорила. Что за звук? Мешки спасет. Ну можно? Да ёпта. Хватит. Нормально, в смысле. У тебя чувствительность небольшая, мышка не дергается. Нормально. Ну такое, быстро. Ладно. На самом деле. Пойдет. Пошли. А, тут нет уже смыть. Так, я еще там не дышу. Да хватит. Что надо говорить? Пить. Что? Блестит, 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 блестит. I got you a present. Behind the Black Veil 7. Just don't expect me to watch it with you. I know you love this horror stuff, but it gives me nightmares. Ghosts? Это звонок, да? Да, это звонок. Прикольно. А здесь одна? Нет, не одна. Там еще комната, получается, есть. Масло, собачий, да, хлеб, молоко, зубная паста, аспирин. Так, блин, я ищу билеты, отстаньте. Can you believe it, Gary? It's not just the two of us anymore. Our family's growing. A 12-hour labor totally worth it. Little Maggie. Love at first sight does exist, and this is the second time I've experienced it. I'm so happy, honey. Пробуй часы взять. Не блестят. You're my heart and soul. Нажми. То, что я сейчас. Не открыл. А, ну вот я вышла оттуда, да? Да. Ну вот еще комната. Выходила. Я вижу, Вань.
Значит, не строишь. Шуруем. Угу. Начнем с этой. Вот. Тут точно. Блять. И что ты моргаешь? Не надо моргать. Может, она еще где-нибудь спрятала? Все может быть. Окей. Палочки. Вот что блестит колечко. О май гад, бэйби, it's perfect. Yes. Yes, I will. I love you, Gary. Закройся. Вот. Там ключ нужен или что? Там блестит. Выключи. Майк. 5-16. Запомни? Угу. Это пароль. Защитная дверь. Это 0-5-16. Почему в комнате ходит у себя с... В домик ходит у себя с фонариком. Потому что это чили. Иди помойся. Мыло. Ты помнишь сайт по-английски? Тут это не работает, да? Там шпон. Где? Там, прямо в эту где-то. Нет, я не... Почему? Что ты закрываешь за собой? Чтобы не путаться. А что не путаться? Ну ты закрыл, посмотрел, что она мне мешаться то будет. Снижая, закрывай наверх и все. Что же не будет? Знала. Фантуса. А, это была радионяня. Угу. Раз. Ой. Здесь, наверное, надо будет прятаться. На одно оставь, чтобы забежать. Блин, зачем такой большой дом? Ты здесь, да? Угу. Рок. А он идет, нет эти? Или нет, весит уже? А что так тебе весит? А вот этот пароль.
Какой там был? Ну, зайди сначала в левую дверь, посмотри. Ой. 05:16. А. Это выключил наоборот. Ну, наверняка они должны быть здесь. Может, справа лежит. Еще проверим. Да. О. Цель выполнена. Ну, все, тогда можно валить. Сейчас начнется сам. Она закрылась? Угу. Сюда. Не знаю, как открыться. Прочь, я не знаю. Что за хуйня? Блять, мне это не нравится. Не пойму, его жену здесь убили или что? Наверное, тебе написано, бегите отсюда. Да, а где, в смысле, как? Право, направо. Попроль. Да я туда знаю. Ну ты попробуй это. Блять. Через кухню. Да, бежать. Ну вот машину попробуй сесть, я не знаю. Все. Сейчас он зайдет. Случится, это он там стоит. Чего? Не понимаю, что происходит. Если б я знал, а я не знал. Снова здесь. Зачем? Я же сбежала. Ну, есть способ знать плохо. А где эта книга была? На первом этаже? На кухне вроде. Там что-то не работает. Ты так бесстрашный. Пиздец. Ничего. Да, да. Ну, в нашем городе сестра жертву звали. Сара удалось последствия позвонить свидетелей, прежде чем она начала страх. Она подозревала в русском убийстве, если считает ее мужа Вере Паута. Он лучше мертвым в паре кварталов вместо преступления. Где Гейль скончался, горбот даже не сломал. Ну, мы ничего не читаем. Почему? Ты медленно читаешь, я не могу читать вместе с тобой. Please
is also believed that Sarah has been a victim to domestic abuse. If you or someone you know is suffering from domestic abuse, get help before it's too late. Это эта книжка или нет? Или что? Я не знаю. Я не понимаю, это радио где-то ебучее? Это телевизор, может. А, да, радио. Я не понимаю, как ее изгнать. Искать способ. Интересно, как. Ну, там что слева было? Где? Вот шкафчик открытый. Вот и это ниша какая-то. June 6, 1999. My hands are shaking as I write this. Maggie's gone. Michael's gone. Gary's gone too. At least the man I love is. It's just me and the monster living inside Gary. Он только видел, что ответ до 10 минут голод. The lady next door came over yesterday. She must have heard something. She urged me to call the police, but I just can't do it. Два лет читает книги. He's never gotten over Michael leaving us. And he blames me. Бесит. А ты до конца дочиталась? Ну да. June 6, 1999. Ну что? А там вышку сломали. Ну что? Ну, не знаю. Где фонарик? Сзади, 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 сзади. Отстань! Где мой фонарик? Все, можете. Мне фонарик нужен. А почему нельзя побыстрее открыться? Ёб твою. Я надо в подвал. Где он книги читал. Скорее всего. Все закрыто. Не все. Что написано слева? Там справа, слева. Я... Ты что-то поймешь. Окей. Вот ты берешь. Что? По-любому надо сдернуть из занавески. Телефон звонит. Найди телефон бой. Вот тут дверь открыта. Вот туда попала. Вот ой. Дверь. По-любому стала. Подавали она на. Книги про... Ой, это для мать. О боже, что за... Там он торговал. Вот книга. Очень понятно, что и как делать. Ой. Дело? Подожди, пожалуйста. Давай. Не забыть. Дело погибшего. Ужас. Забыть. Образ погибшего, ритуальное одеяние, семейная реликвия.
Окей, спасибо. Твою мать. Что упало справа? А, или она пододвинулась просто? Она пододвинулась. Так, тихо, у меня есть топор. Можно его как-нибудь нет. взять? А, я тебя не боюсь. Не увидела? Увидела. Я не вижу, куда иду. Я пойду к тебе. Спасибо. Ты чё, сдохла, что ли, получается? Получается, да. Так как бы я чё, я же ничего не могу сделать. Надо было не идти к ней. Ну блин, ну она наверняка не ушла. Она действительно же умер, не меня не успела. Подожди, чё я выдернула? А зачем ты дергаешь, не посмотрев, а? Извините. Пропустила все у меня. И все заново начинать? Угу. Блин, ну и бред. Че бред-то? Заново начинать. А, нет, не заново, где ее там. Отлично. Там что было? Да, справа. Это. Она может быть расфасована по пакетикам? Тебе надо просто одну часть идти. Ну, я тебя спрашиваю, она может быть расфасована по пакетам? Я не знаю, я не играл. Ёлки, чё? Ты всё равно не поймёшь. Я чуть-чуть понимаю, я с гуляном. Давай, you'll be down. Ты... Сон? Ты? Ты ушёл на звук. Сон? Какой сон, Вань? Сон это... Нет, нету. Сон. Когда научилась играть, ты ж? Не так умело управляла. Научилась. Когда, если ты не играла? Что это, кровь или что? Окей. Не знаю. Станков нет случайно. Знаешь, не красиво. Блин. Там еще можно возможно. А Крис был? А куда комната исчезла? Не знаю, тут можно спрятаться, стой. Ты где взят? А, тебе придется спрятаться. То есть, скорее всего, это придется сделать сейчас. Какой красивый вид. Ладно, мы узнаем, где можно. Мне кажется, что надо прятаться. А.
Твою мать, заткнись. Ну, где хотя бы одна часть тела, ёпта? О, спасибо. О, еще и свет. Замечательно. Мне нравится моя застройка. Можно сначала? Твою мать, надо бежать, да? Его сердце. Ноги. Подойди, не... подойди, подойди. Нажимай. Да что ты так медленно-то карабкаешься? Мне не нравится этот звук. Мне все не нравится. Я просто не понимаю, она может бегать или нет? Когда вставать? Все, пошли? Да. Мать! Я просто смело пошла и... Да.